Жители Колгуева встретили весну большим праздником. На гуляния собралось практически все население острова. Пели, танцевали, угощались блинами. Ну а кульминацией стало традиционное сжигание чучела зимы. Подробнее о том, как островитяне зиму провожали, смотрите в материале нашей программы. Действительно, по-весеннему теплая погода в начале марта – большая редкость на острове. Можно сказать, повезло. И работники Дома культуры постарались. Подготовили достойный сценарий праздника. Для начала – небольшое представление. История Масленицы в театрализованной постановке. Так, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Традиционные масленичные забавы и развлечения приготовили для всех возрастов. Мужчины, кто уверен в своих силах и воле, карабкались на высоченный столб за подарками. Женщины на устойчивость проверяли себя прыжками в мешках. Горячие блины, символ праздника, ели тут же, в кафе на открытом воздухе. Мастера пекарного дела принесли на пробу разнообразную выпечку. По словам местных жителей, даже погода на Масленицу вторила хорошему настроению. Праздник мне сегодняшний понравился, было весело, погодка удалась у нас сегодня на славу. И подобные мероприятия, они сближают народ, дают им вместе всем собраться, повеселиться, отдохнуть. Было очень много конкурсов с детьми, со взрослыми, выпечка, ярмарка, все. Ну, интересно было в этом году. Как считаете, нужны ли такие мероприятия? Конечно, нужны, чтобы весь поселок был здесь прямо организован, чтобы все играли, все участвовали. Почаще бы такое. Прощальный хоровод и кульминация праздника – сжигание чучела. Народное гуляние прошло с размахом. В маленьком поселке такие праздники – большая редкость, а потому оставляют яркие воспоминания и желание чаще собираться вместе. Валентина Чибичик, Антонина Литкова и Тимур Соболев, телеканал «Север».